Наго лицо. Как это была песня-то? Наго лицо. Наго лицо. Наго лицо. А как было в оригинале вообще? Мотив не помню. Там вроде была рука лицо, но здесь нога лицо. Рука яйцо. Всем здорово, смотрим новый ролик Мармока. Нога лицо, VR. Поехали. VR мы любим, да. Какой клевый компьютер. Так, слушай, еще на ногу датчики. Это драться можно, получается. Так это можно... Все, кто есть в доме, убить можно. Ушатать. И все разбить. Итак, мне кажется, когда он снимает, он всю семью отсылает, чтобы случайно никого не ушатать. Страданий. Так, все, пошли. Нельзя долго стоять на месте, а то у меня голова начинает думать. Ой. А что с ногами? А что с ногами? Сука, почему у меня ноги, как у доктора Ксавьера? У меня спутник не перевернут. Коляску надо. На трекерах ходить, чтобы у меня все правильно было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В перделку. Мне что, ступнями кверху ходить, что ли, а? Как вы себе это представляете? Не, ну если ты, конечно, забыл ключи в квартире и тебе впадло разуваться, то это удобно. Удобно, да. Смотрите, сейчас мы наебем систему. Я сначала переверну трекеры. Мы затречим аватара, а потом я их назад переверну в игре. Люблю иногда представлять, что я умный. Так, тречим. Все есть. Так, и? А теперь надеваем как следует. Так, ну, и короче, я даже не знаю, показывать вам или нет. Ну, в общем, это максимально хороший результат, которого я смог добиться. Ну, не знаю. Вроде похоже на человека. Это так ходит? Как вы понимаете, моя попытка исправить ситуацию усугубила положение. Теперь у меня что-то с шеей. Жесть. Опасно. У меня был меч все это время. Я нашел выход. Удобно, да. Мистер. Мистер Мамон. Ну все, я в принципе ноги плюс-минус настроил. Надо давай, их нормально. Теперь немножко обкатать. И все равно никто не видит. Гладиаторские бои. Надо устроить стресс-тест. Женщина лысая. Да, сука. Все, быстро. Я сюда не махаться топорами пришел. А ломать лица. А ну-ка иди сюда, а расскажи, а что случилось, а? А что такое? Чё, блядина, когда обучалась фехтованию, не ожидала получить по рыльнику ногой, сука. Я вам покажу рыцарское милосердие, блядь. Я вам всем покажу. Пожалуй, добавим кубик бульона. Ой, магия ещё. Белиссимо. Шеф-повар доволен. Чё-то как-то жесть. Стой там, где стоит. О, лысый мужчина пришел. Шара, забыл, что у тебя яйца между ног, а? Я чувствую, как я становлюсь моложе. Это что, водичка? Я чувствую, как мои мускулы наполняются. На что себе льет-то? Просто наполняются. Его кто-то бьет параллельно. Не было. Ну-ка, что там? О, другой. Ой. Ах ты, мудила, я только похилился, ебано. Ты у меня будешь как изолента, сука, синий сейчас. С тебя травматологи охуеют просто. Вот это ноги, я понимаю. Такая кровавая игрушка. И трахнут, и накормят. Прям для Мармока, мне кажется, идеально. Обожаю луки. Ну чё, значит, этот шакал будет моей. Я думаю, это просто сюда? Обучение, нет? Сейчас мы все устроим. Деп. Ой. Да, где же мануал от этого лука, блядь? Да просто стрелой бей. Борзей, ноги еще никто не отменял. Ой. Знаю, панина бы это не остановила, но тебя. Ебаный, блядь. Я сейчас буду переосмыслять лук, нахуй. Дальность действия стрелы значительно снизила. Мы не будем ставить монетизацию на это видео. Вообще. Поражение поражает воображение. Смотрите, блядь. Слишком много сцен жестокости. Лучник стал, а? Аж мстители засомневались, нужен ли им там соколиный глаз. Смотрите, какая меткость. Ты жестко, сэр. Хедшот, 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 хедшот. Рюга, богатый. Жестко, такая кровавая игрушка. Прими смерть. Представь, что это не люди, а суши, и он просто их кушает. А, никто не смотрит. Ну, клал я на ритуалы тогда. О, я просто понял, как работает лук. Опа. Фаербол еще. Фигасин, дочь маг. Скастовал, да. Покемона.
А! Не получилось. Ах, давай еще. Груди на блюде. Тебе пояснить за твое гнилое поведение, что ли? Он нас просто... Гениально. Так, уже сюжет. Anybody? Ух ты! Какие гладиаторы. Я тут знаменитый герой. Святой. Что это за место? Что за готическая архитектура везде? О! Даже тень. Белые монголы кружили над прутом. Гав-гав-гав. Кря-кря-кря. Путин. Это что за 25-й кадр? Как говорят французы, хули вы тут делаете, черти позорные? Так прямо говорят. Че? Ты чихнул? Ну, будь здоров. Король драться решил. Прям на кулаках. Для меня это честь. Сам король. Сэр. Это будет доблестный поединок. Фаина, 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 фаина. Он ему глаза выдавил, что ли? Да, все сидят, смотрят. Короля. Стоят, да, все и пофиг. Одно мучение не сбивать. Да это двойник. О. И корону себе. Все, теперь я король. Ваш король. Повинуйтесь мне. Кланяйтесь. И я не буду вам бить лица. Слушай, они все клоны, они одинаковые. Кстати, у меня для вас подарок. От одного убили, значит, второй сейчас. Сегодняшнего дня жопа вашего предыдущего вожака объявляется официально общественным местом. Разойдитесь меня, ждет мой трон. Я не королевских кровей, поэтому сидеть классно, буду на троне, на картах. Как меня пацки научили. Судя по народу, владею я каким-то временем, да? Итак, да. Я ваш король. Нормально. И принеси мне новый айфон. А вы остальные добудьте мне хавчика, быстро. Шнеля, придурки. Мне куда здесь говорить, чтобы меня услышали? Хавчика, пробил. Говорю, принес. И айфон новый. И быстро. Он купи, настоящий король себя везет. Ну купи. Ну пожалуйста. Ну, ну что мне, сколько? А что не терпит? Валять? Ну купи айфон. Ну, ну купи айфон. Ну купи ты мне айфон. Какая тут толстая урна. Может это туалет? За твое непослушание ты будешь наказан. Ты будешь обязан носить эту урну с позором 30 дней на своей тупой башке. Что у тебя за голова такая? Упс. По-моему, ему некому уже будет живой? Нести. Да, нормально, а, нормально, нормально, ладно. Иди сюда, тебя он все того равно уже убил. Надо наказать. А где? Он лежит сзади. Так это король. Король далеко, он там лежит. А, блядь, вот еще. Перебор. Кажется, осталось его двое. Аппендицит лопнул. Отведите его к лекарю. Сейчас как схвачу за белое мясо. Давай перетрем, как Бэтмен с бандитом. Ой-ой-ой. Тебе ноги сломаны. Впрочем, я просто... Да у него и так сломанные были. Да. И отсюда уже никак не выбраться, да? Только спрыгивать. Что на фоне с музыкой из Акинатора? Я смогу поднять эту бочку. О, какая тяжеленная, сука. О, нет. Прикольно, что у него еще магия. Дай мне сил. Будь ласка. Сука, аж зубы вспотели. Выше в небо. Ёб твою мать. Нос зачесался. О! Как он это делает? Это чистой воды случайность. Неправда. Мне кажется, не случайность. Инструмент. Фу, я невкусный. Эй, вы, оба-два. Ну-ка, стойте смирно. Вдвоем убьет, что ли? Оба. А, ну ладно. Я бы попал, если бы стояли смирно. Чё вы делаете, бля? Чешут ногу? Что у вас там такое? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое... Смотри, режет он бабу. Да ладно, теперь... Чешется и режет. Сейчас при помощи... Молнии. Я настучу тебе по шарику. Опа! Привет, сраный ты кусок дерьма. Мэтма пичу! Ничего себе. А я не помню здесь канатный спуск. Угу. А как тут прыгнуть-то? Падать долго. Я недавно покушал, мне сложно тянуться. О! Кто-то бежит. Ухватились. Так, пацаны, тайм-аут. Я повешу на линии немножко. Прикольно, еще ползти надо. Шо? Шо? Ты что, сука, бесплатный аборт оформить, да? Ну-ка, пошла вон отсюда. Фу. Пошли нахер, лучники, у меня изделие с собой.
Давай. А как его выпить-то? Как пробку открыть? Ну, зубами? Давай, я трышка. Второй рукой надо выпивать. Так упадешь! Сука, здесь уже народу больше, чем людей. Я зелье открыть не могу. А может, жопой? Получилось? Ой. Как это вообще? Баба-бала. Зелье не открылось. Да хорош стрелять по мне. Что вам надо? Оставьте меня. Уйди с краю, дура, упадешь сейчас. Тут опасно. Поздно. Упала. Идите вы нахер, все с вами понятно. Я все, психанул. Я сматываюсь отсюда. Все, не я прыгаю. Не знаю, как этим пользоваться. Но сделаю вид, что знаю. Блядь, о, получилось. Прикольно. Бесконечность не предел. Неудачный базлайтер. Но он же в жизни не ударился обо что. Неважно. Ходи, не ходи. Один черт, ходи. Что это какая-то другая же игрушка. Да, такие. Написано, здесь нет видео, потому что старый материал. Как? А нету маленькой может, камеры. Сюда? Здесь ничего не нажимается. Эй, ау, выпустите меня, божезюста. Что мне здесь делать надо? Зачем я сюда карабкался? Ой, она током бьет. Что это? Ебанитовая палочка. Что за дерьмо? Полная ебанитовая. Высоковольтный трансформатор, что ли? Действительно, вообще не похоже было до этого. Кажется... Проверю, там вдруг нет, да? Мне кажется, что это радиоактивное. Хорошо! И дрить тебя некому. Набор какой-то дамский, но ноги-то до сих пор при мне. О! Снова. Привет, подруга! На тебе, в грудь, на, стерва! Ходит тут, воняет. А тебе что надо, мужлан? В рот давно не получал, да? На, кобелина! А ты куда прешь, потаскуха? Как-то на он слишком легко всех убивает, вообще жесть! Реально, как мясо! Контроллером. Стой! Привет! А это ты вчера улыбнулась моему Артурчику, да? Нет, я не в обиде, я просто простила. Это игра явно прождает. Как это YouTube пропустил? Самое главное во вселенной – это баланс. Nintendo Kurautusuo Karani Minota Kanai Oranami Koshi. Это типа японский. Медитация помогает мне забыть про мои кредиты. Ой, Цоэнгу Дайдо. И про проблемы с анусом. Сюда, Тойота, Тойота, Тойота. Да главное Тойота говорить. Медитирует на старо-японском. Жалуется на проблемы с геморроем. Я тут сегодня никого не ждал. Я возмущен. Что это за хуйня? Лахбар! Очень сильно ругается. Очень сильно. Как, почему? Ты плохой. Плохой человек. Надо успокоиться. Я сюда пришел медитировать. Стонет на старо-японском. Вы что, охуели? Дайте мне нормально помедитировать. Откуда у него автомат? Я тут пытаюсь поймать тонкую связь с Нирваной. Кто мне прочитал? Ты? Ты? Сын ебливой твари. Я зол. Я очень, бля, зол. Я отрежу вам анусы и скормлю их собакам. Ах ты, типа. Когда стал стрелятки, пошел. Умри. Сын вокзальной проститутки. Эй, ты! Эй, ты, на этом все. Надеюсь, у тебя все хорошо. Не факт. Правда, старался. Спасибо, что досмотрел. Я очень долго монтировал это видео. А я вот эту концовку записываю в 7:51 утра. Я всю ночь? Устал, мое брюле в голове давно остыло. Птички за окном давно уже хуесосят выходящих на улицу из подъезда людей. Я спать. Всех баг вам. Пока.
Пока. Пока. Я не знаю, это какая-то жесточайшая игра просто. Понимаешь, меня просто убило. Обычно в играх как? Ну, как-то вот в конце там было, да, когда ему стреляли и чуть-чуть урона наносили, а так получилось, мы просто как стреляли, как сашими, так вот чух-чух-чух-чух-чух. Это как-то кроваво всех режет. И прям... прям как-то даже не по себе. Я понимаю, что как, знаешь, как клоны, как манекены какие-то. Ну все да, равно. Ну это же как бы проекция на людей. И как-то жестко. Да. Жестко получается. В других играх тоже вроде как бы людей убивают, там, да, и кости ломают, и они там прыгают всякие. Здесь как-то кроваво сильно. Причем как бы кровь не настоящая. Ну, как-то выглядит как естественно, как будто, знаешь. Что, просто потому что они как-то в мясо. И я, честно говоря, не поняла смысл этой игры. То есть, типа, какие-то гладиаторские бои. Я в VR принципе не понимаю смысла. Там, ну, в VR то только... скорее просто по фану. Ты просто ходишь, да, и твой аватар делает, да, что-то. Ох, не знаю. Я не знаю, как вообще. Мне кажется, Мармоку самому уже было тяжеловато в нее играть, потому что, ну, как бы... Ну, мне было бы тяжело, потому что достаточно однообразная игра, мне показалось это. То есть, ты просто ходишь, всех убиваешь. Хотя, так, наверное, во всех играх, да, как бы? Ну, да. Ну, это как-то особенно одинаково как-то все. Они еще такие все клонированные. Просто какая-то, наверное, игра не очень доработанная была. О, поэтому как-то мне даже это все видео как-то немножко психику сломало, я не знаю. Жестко вообще. Пишите в комментах, может быть, вам нравятся такие игры, и мы там что-то недолупаем, но, по-моему, это уже перебор. И до скорой встречи, конечно. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.